Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Это онлайн-турагентство и видеоблог, в которых я делюсь с вами полезной информацией об отелях. И сегодня я приехал в Шарм-эль-Шейх, и мы с вами будем делать обзор отеля Барон Резорт, который находится в бухте Рас-Насрани. Сейчас мы пройдемся по территории, посмотрим номера. В общем, все как обычно. Я посмотрю, покажу. Единственное, сразу хочу отметить, рейтинг у отеля хороший. Классное питание я уже проверил, мы это все посмотрим. Но мне кажется, немножечко где-то чуть-чуть он староват, но пляж, заход, ну, в общем, что рассказывать, пойдемте посмотрим вместе. Большой отель, большая территория. Соответственно, здесь мы выходим и сразу видим панорамный вид на всю его территорию. Здесь у нас большие зеленые такие пространства, есть бассейн один, фонтанчик. Там у нас по дороге сейчас еще будет ресторан. И, естественно, первая линия и вход здесь, друзья, пологий. Поэтому прямо первым делом мы отправимся с вами на пляж, потому что пляж – это всегда самое главное, особенно в Шарм-эль-Шейхе, потому что многих пугают как раз вот понтоны, плохой заход в воду. Сейчас мы, друзья, с вами это проверим. Пойдем потом сходим в ресторан, пойдем сходим в номера и еще прогуляемся по территории. Ну вот, друзья, как и обещал, мы добрались до первой линии отеля, он стоит на первой линии. Посмотрите, здесь абсолютно пологий вход, песчаный пологий вход. Можно смело заходить, мы сейчас еще раз все с вами пробежимся. И в том числе есть понтоны, где есть, где поплавать, на рифах и так далее. Видите, многие люди как раз туда ходят. Вот, так что пляж хороший, не нужно даже каралки иметь, в принципе, можно спокойно здесь купаться. И мелко, детям будет как бы отлично, комфортно заходить, и вы будете за ними приглядывать вот с этих шезлонгов, зонтиков. Так что все очень удобно. Тут же, конечно, есть анимация, как видите, есть бары, то есть можно, сейчас мы это все посмотрим, территорию. Как и говорил, первым делом нас интересовал пляж. Да, кстати, друзья, замечу, что сегодня у нас 7 февраля, то есть у нас, можно сказать, зимний месяц. И, как вы видите, я хожу уже в майке, да, утром было прохладно, где-то в районе 12 градусов было, когда ночью прилетел. Но сейчас уже днем, сейчас уже обед, практически скоро будет обед, достаточно тепло, можно загорать. Многие люди, видите, абсолютно раздеты и даже можно купаться. Конечно, топа людей в море нет, но я утром трогал, море достаточно теплое, то есть гораздо теплее, чем на улице. Поэтому, если солнышко пригревает, то можно смело заходить и купаться. Ну, конечно же, я пройдусь по понтону, потому что там дальше уже можно делать заплывы и смотреть рыбок, водный мир. Конечно, здесь хорошо для детей, но, в принципе, здесь не глубоко. То есть, как вы видите, да, здесь достаточно мелко, и идти до глубины, да, надолго. Поэтому для этого есть вот такой понтон плавающий, на котором можно пройти, прогуляться. И вот как раз мы сейчас с вами туда отправляемся. И вот видите, там люди уже плавают с масками, ныряют. Также есть буйки, куда не рекомендовано дальше заплывать. Но это в целях безопасности, как обычно. И вот, посмотрите, наш отель. Вот это все территория отеля «Барон». Вот, смотри, друзья, дошло до сюда, до глубины здесь уже. Кстати, вода теплая реально. Вот февраль месяц, а вода теплая. На улице прохладненько, а вода теплая. Можно смело купаться, я вот даже не ожидал. Кстати, в как-то из поездок я был в Хургаде, и был в сентябре, вода была намного холоднее. Вот я сейчас смело скажу, что вода здесь теплее даже, чем в Эмиратах в декабре. Вот я был в Абу-Даби, там вода даже чуть-чуть прохладнее была. Так что действительно купаться можно хорошо, но только когда, конечно, светит солнце. Вот, кстати, я сейчас шел, прям даже вот здесь мелко, а тем не менее такая красивая большая рыбка приплыла, прям прикольно. Так что Египет, конечно, для тех, кто хочет посмотреть, в том числе, подводный мир, и здесь, кстати, в Шарм-эль-Шейхе гораздо больше есть мест, где это можно увидеть, в отличие, например, от Хургады. Ну, это как бы на своем опыте, как бы знаю, на опыте туристов, поэтому мы обязательно прокатимся, посмотрим все места, и как у меня просили мои подписчики-туристы, нужно сделать обязательно отметки отелей, в которых классный, хороший, красивый подводный мир. Здесь, в общем, есть уже чего посмотреть, как вы поняли, да, то есть и можно как бы один из списочка поставить, это «Барон». Да, может быть, там не такой крутой домашний риф, я еще сам не видел, но, тем не менее, точно можно посмотреть рыбок. Они уже даже здесь, возле берега.
Так, ну что, друзья, давайте пройдемся теперь по территории. Погуляем, посмотрим. Здесь есть, естественно, как лаунж-зоны для взрослых, лаунж-зоны, так и, соответственно, для детей и для какой-то активности. Сейчас мы так вот все с вами пройдем и пойдем уже в номера. Пляжный волейбол, соответственно, есть небольшая детская вот такая площадка, где можно детям поиграть спокойно. Кстати, душ. Многие спрашивают, есть ли он. Да, вот он есть. И это все пляжная территория. Здесь, конечно, аквапарка нету какого-то гигантского, но в целом все есть. И вот я даже вижу вдалеке магазинчики, но это мы уже после обзорчика обязательно зайдем вот в ближайшую инфраструктуру с вами посмотрим. А сейчас направляемся в главный бассейн, чтобы показать, как он выглядит, и, конечно же, потрогать воду, у нас же февраль на улице. Ну и пока мы уходим как раз с пляжа, заметьте, что шезлонгов достаточно даже для высокого сезона. Всем гостям точно хватит, поэтому не нужно в 6 утра бежать, занимать место, класть туда сумку. Уверен, что места достаточно вполне всем. Все отдохнут, покупаются и позагорают, конечно же, на шезлонге, и посидят в тенечке, почитают книжку или в телефоне позалипают. Ну и, конечно, бассейн для тех, кто уже накупался в море или просто хочет поплюхаться в бассейне, кстати, теплым или нет. Да, бассейн с подогревом, так что детям можно смело, вот как вон тем, спокойно здесь купаться, если кто-то не хочет в море залазить холодно или следить за детьми, там, чтобы они далеко не заплывали, не заходили. Так что бассейн работает, бассейн с подогревом, никаких вопросов нет. Даже если вы хотите утром искупаться и не хочется залазить в море, бассейн вам точно будет комфортно и приятно залезть. Ну, для тех, кто боится заблудиться на большой территории отеля, а есть такие люди, которые берут небольшой, маленький отель, особенно с детьми, чтобы своих детей не потерять. Здесь всегда есть навигация, как вы видите, да, откуда, чего, кто, как. И, в общем-то, на самом деле, здесь никуда и не потеряетесь. Есть дорожки, есть газончик. Я думаю, дети обычно куда-то бегают либо по территориям, либо бегут в бассейн, либо бегут за какой-нибудь вкусняшкой в бар. Поэтому не переживайте, все их места нам уже давным-давно известны. Так, ну что, давайте потихонечку подбираться к категории номеров. Они, конечно, здесь разные, да. Есть с видом на море, есть без вида на море, есть вот с такой, скажем, со своей собственной террасой, с балконами все номера. И, в принципе, как бы можно выбрать, конечно, заранее любой. Потому что многие туристы меня тоже спрашивают, когда бронировать туры, можно ли выбрать номер. Конечно, всегда можно. Есть просто более как бы стандартная категория, которая стоит относительно дешевле. И, соответственно, повышенная категория, за которую можно сразу заплатить немножко чуть выше, но зато гарантированно заехать в тот номер, в тот вид, который вы как раз хотели. Потому что, честно, не все этот момент имеют в виду или его упускают. Ну, в общем, знаете. Да, друзья, и не забудьте, пожалуйста, переходить ниже по ссылке под описанием. Там есть все туры в Египет, и не только, да. Там можно найти и цены с авиаперелетом, просто отдельно отели, потому что знаю, что многие уже начали комбинировать свои программы. Кто-то летит в одно место, во второе, третье и так далее, делать какие-то комбинированные самостоятельные туры. Вы можете просто выбрать отель, например, как этот или любой другой, и также его забронировать. И отличительная его особенность, что оплатить нужно его в рублях, не нужно ничего там, какие-то иностранные карты иметь, и цены у операторов гораздо ниже по контрактам, чем вы его будете бронировать на букинге. Это правда, друзья, можете прямо сейчас пройти, перейти, посмотреть и сравнить цены с букингом. Плюс дополнительно в цены от туроператора входит автоматически страховка медицинская, чего нет, естественно, на букинге. И по многим, опять же, вариантам размещения очень часто бывает групповой трансфер, он совершенно бесплатный. Это для тех, кто берет не турпакет, а хочет самостоятельно купить, например, перелет и отдельно отель. Так что, друзья, имейте это в виду, переходите, смотрите, выбирайте. Ну, а мы с вами двигаемся дальше в сторону номеров, территории. И нас, конечно же, ждет еще сегодня ресторан. Обязательно нужно показать еду, какая она, как она выглядит, вкусная или что-то есть не очень. Так что смотрите этот выпуск обязательно до конца. С вас лайк. Поехали дальше. И еще один бассейн, друзья, у нас с вами, я так понимаю, более такой приватный, накрытый. Кстати, не очень понял, с подогревом или нет. Ну, вода теплая, но там в том бассейне, конечно, теплее. Так что для тех, кто хочет уединиться, потихоньку посетить, я так понимаю, наверное, здесь только для взрослых. Пока никого нету, но, тем не менее, здесь тоже можно прийти, отдохнуть, расположиться и отдыхать, наслаждаться тишиной. Ну и как обычно, в каждом отеле есть фитнес-клуб, услуги массажа и так далее. То есть вот здесь вот
Проходим, у нас, соответственно, здесь фитнес-клуб и комната массажа. И по ценам. Вот я примерно вас сориентирую, да, то есть здесь цены, вот, например, есть ароматерапия 40 минут 45 евро, а спортивный массаж 50 евро. Ну, в общем, 40-50 евро средняя цена программы от 50 до даже 120 минут. Работают они, кстати, с 7 до 21. Ну, вот так у нас получается выглядит территория. Это как раз вот здесь номера, которые выходят с террасы на, с видом на море на первом этаже. Ну вот, видите, да, это как раз вот те категории номеров, которые выходят вот на такие лужайки, вот, посмотрите, да, вот здесь. То есть здесь, конечно, вы не выйдете, но любоваться зеленью, конечно, прикольно. То есть из номера сразу красиво, и вид открывается даже не хуже, чем сверху. Мне кажется, здесь даже как-то более так комфортно, более такое слияние с природой. При этом не переживайте, смотрите, все закрыто, никакие здесь муравьишки или какие-то насекомые здесь не ползают. Все вполне чисто и безопасно. Так, это у нас Superior Sea View в отеле Барон, как вы поняли, да, то есть, ну, в общем, все есть, водичка, телевизор, все как обычно, ну, достаточно простенько, как вы видите, ничего такого вычурного нет, есть диванчик, он не раскладывается, я сейчас только что проверил, столик журнальный, в общем, все удобно, и, конечно, балкон со стульчиками с видом на море, на бассейн, вот на территорию зелененькую, вот так, давайте еще раз пробежимся, да, то есть, вот это все у нас территория, соответственно, отеля, видите, шезлонгов много, бассейн теплый, подогреваемый. Вот в этой части у нас как раз ресторан, скоро мы там окажемся и будем смотреть еду. Друзья, мы с вами в Royal Suite, даже не знаю, куда зайти первым делом. Так, сейчас у нас вот такая вот, скажем, королевская спальня. И здесь еще одна спальня есть, я так понимаю, это детская, может быть, еще отдельно есть... Соответственно, своя ванна, балкончики. Это, кстати, отдельная территория. Когда мы находимся, вот здесь отдельная территория, как раз где мы находимся рядышком, соответственно, с бассейном, морем. И вот под нами еще есть на первом этаже такие же номера. И вот здесь тоже это все наша терраса. Ну, понятно, номер этот как бы не низкой категории, высокой категории, но тем не менее, посмотреть всегда хочется, да, что-то интересное, большое. И здесь, соответственно, есть свой... Вот такой зал, но я думаю, вы уже все присмотрелись, что у нас есть вот такой спуск и выход к своему собственному бассейну. Так что давайте прогуляемся. Я думаю, все хотели бы в такой номер попасть. Не все, наверное, конечно, будут такой приобретать, конечно, но тем не менее, посмотреть вы должны. Красиво, классно, уединенно. Так что можно здесь отлично провести отдых большой семьей. Ну или большой компанией. Здесь вот тоже выход на пляж есть у нас. Вот так вот. Вон там у нас вся основная территория, там ресторан, как вы поняли уже. Ну что, друзья, давайте теперь самое интересное, самое важное, да, это питание в отеле. Питание в отеле Барон Резорт. Какое оно, какой ассортимент питания, как оно выглядит, оно качественное или нет. Потому что я очень часто отмечаю, что в некоторых недорогих отелях в Египте есть проблемы с питанием. Оно не такое чистое, не такое свежее, даже немножко где-то в момент какой-то брезгливость вызывает. Поэтому давайте все посмотрим, как оно есть, ну и вы сами сделайте свои выводы. На самом деле, друзья, здесь все очень чисто и даже изящно, я сказал, красивые блюда. То есть все очень красиво подано, все свежее. Повара вот такие в белых одеждах. Смотрите, очень, скажем, все чистенько. Все эти столы быстренько убирают, когда после гостей поели. И, соответственно, накрывают новыми беленькими скатерками. Так что все очень-очень даже прилично. Есть фрукты. Есть, соответственно, у нас и десерты всевозможные, и кофе, и чай, и, естественно, обслуживание, сервис. То есть вам могут спокойно здесь все принести, даже если вы что-то забыли. То есть, ну, напитки обычно всегда приносят, когда вы сидите уже, обедаете, завтракаете или ужинаете, вам могут все принести. Здесь же можно вот попросить, чтобы вам сделали салаты на завтраке. Понятно, что могут омлет сделать, все как обычно во всех, там, скажем, хороших ресторанах. Все-таки это у нас пятерка, друзья, поэтому по питанию здесь все достаточно хорошо и ассортимент большой. Можно даже также, соответственно, заказывать алкогольные напитки, вам их принесут уже отдельно за стол. К
Cool. And want orange juice? Orange juice? Yes, one. Yes, one. Итак, друзья, смотрите, у нас тут все достаточно красиво, и вот особенно хочу отметить то, что здесь крутой панорамный вид, окна большие, и здесь очень просторно, светло, и, кстати, нет таких запахов, знаете, как в столовой, да, особо, и все очень вкусно. Я специально взял такие различные красивые блюда, в том числе мясо, потому что очень многие как раз по таким вот, скажем, вещам и оценивают, поэтому здесь рейтинг хороший, потому что с питанием все достаточно хорошо. Первым делом я взял говядину, она такая отварная, в соусе, и сейчас, конечно же, продегустирую и скажу вам. Вот, ну и, конечно, вкусняшки тоже взял, хотя они очень сильно голодные. Отлично, друзья, а мягенько, вкусно. Ну, однозначно можно 5 баллов поставить за то, что есть вкусно кормят, это факт. Обожаю хумус, вот, мне нравятся Эмираты, Египет. Здесь очень много разноплановой еды, особенно вот как хумуса. Ну и подача, друзья, тоже, смотрите, красивая, да? Даже рис тот заморочились и сделали, соответственно, вот так вот красивенько. Так что приятного аппетита мне, спокойно поем. Ну, пойдем с вами еще по территории. И, друзья, мне еще будет один небольшой бонус. Я вам покажу еще соседний отель, тоже называется «Барон», но для взрослых. Мы там быстренько пробежимся, но вы за одним поймете, что здесь не одна территория, а две. Ну, отели не пользуются инфраструктурой, кроме как улицы, территории. Нельзя тут кушать, ходить и так далее, потому что тот отель для взрослых, а этот отель для семейного отдыха. Так что сейчас я дообедаю и пойдем. В общем, друзья, пообедал я отлично. Все вкусно, свежее, хорошее. Потому что знаю, что можно легко испортить весь свой отдых, так же, как его, и, скажем, искрасить, это еда. Еда в отеле – это, не знаю, как музыка в видео. Можно и все испортить, а можно сделать только дополнить, чтобы было очень красиво и передавалась та нужная атмосфера. В общем, полный зачет по еде, конечно, бывает и круче, да, и ассортимент, может быть, еще чего-то. Но в целом все очень хорошо, и подача, все чистое, это как бы очень важно, поэтому на питание, на рисание никаких, друзья, нет. Итак, друзья, давайте кратенько вам расскажу о концепции отеля, да, чтобы у нас сложилось понимание не только внешнее, да, но и про что здесь идет речь. Смотрите, этот отель идет на all-inclusive и на premium all-inclusive. В чем принципиальная разница? В том, что на all-inclusive, понятно, у вас кормят по системе, все включено, и у вас есть а-ля карт ресторана, один или там два, сейчас уже точно не могу сказать, который вы можете посетить. Если у вас идет premium all-inclusive, вы спокойно можете все время пользоваться а-ля карт ресторанами, плюс есть дополнительные, скажем, активности, которые включены, можно один раз ходить на дайв, один раз ходить на массаж, да, и, в общем, такие активити, которые здесь проводятся дополнительные, за которые обычно платят деньги, они у вас будут входить. В общем, скажем, активный, интересный вот формат отдыха, да, то есть, ну, какой формат премиум или all-inclusive выбирать, это уже надо смотреть на цену, да, нужно это или не нужно. В принципе, если вы приезжаете, например, сюда с семьей и с детьми, а обычно сюда как раз приезжают с семьей и с детьми, может быть, это и не нужно премиум, потому что просто, ну, на это не будет времени, потому что это все-таки, наверное, развлечение больше для взрослых. Детям здесь надо побегать, в бассейне покупаться там и так далее. Поэтому all-inclusive вполне будет достаточно, друзья. Теперь, как я обещал, еще в ресторане давайте сделаю вам небольшой бонус. И мы сейчас плавно переместимся в отель соседний, который называется Baron Palms Adults, ну, в общем, для взрослых. У него там своя территория, можно пользоваться, ходить по этой, но в целом там своя территория, и отсюда туда ходить уже нельзя. Так что перемещаемся. Как обещал, мы перенеслись в Baron Palms. Это отель той же самой сети Baron. Находится он рядышком. Сейчас мы пройдем здесь, кстати, мимо. Еще дополнительный бонус в этом видео я покажу. Здесь торговая зона, улица есть. И, соответственно, вот это все территория отеля Baron Palms. Здесь территория небольшая, уютная, рассчитана, наверное, больше на европейцев. Они как бы любят все компактное, такое уютное. Здесь у нас получается два с вами бассейна. Один идет с подогревом, другой без. Здесь есть рестораны главные, а-ля-карт ресторан и так далее. И, соответственно, зона, где проводится анимация, софт-анимация, в ней по вечерам будет музыка живая там и обычная другая. Ну, в общем, комфортно, интересно. Но еще раз напомню, отель это только для взрослых, с детьми сюда не пускают. Ну и, конечно, как обычно, друзья, давайте заглянем в номера, посмотрим, как они выглядят. Это тоже немаловажный фактор. В ресторан мы уже, наверное, не пойдем, потому что, в принципе, он достаточно похожий. А хотя давайте, наверное, зайдем. Друзья, ну тоже здесь все есть, большой достаточно ассортимент, разные вкусняшки, и выглядит все очень, естественно, красиво, опрятно, вкусно, и вы точно здесь найдете все, что хотели для себя. Также большой ассортимент фруктов и так далее.
Ну и, конечно, возле бассейнов есть пул-бар с одной стороны и с другой стороны. Пожалуйста, гости могут не только там что-то перекусить, но и также здесь заказать напитки и что-то даже съесть на улице. Погода, кстати, отличная. Напоминаю, что у нас февраль месяц, как видите, я в майке. Солнышко припекает очень хорошо и купаться вполне комфортно сейчас. Погода днем, она отличная, море теплое, можно купаться без вопросов. Ну вот вечерком точно придется одеть кофточку и ранним утром тоже. Такие, друзья, у нас номера Baron Palms. Они немножко поинтереснее, хотя похожи. И здесь у нас открывается вид на бассейн. Здесь, кстати, заметили, здесь два разделенных бассейна. То, что справа, он идет, соответственно, с подогревом, а то, что слева, он идет без подогрева. Территория небольшая, но очень уютная. Мы с вами направляемся дальше Baron Resort обратно, и по дороге нас ждет небольшая торговая зона, которую я вам хотел как раз показать. И сейчас после этого мы, конечно, с вами сделаем резюме по отелю Baron Resort. Вот она, эта торговая зона, она находится как раз между Baron Palms и, соответственно, Baron Resort. Вот здесь можно пойти прогуляться, зайти в несколько магазинчиков. Смотрю, даже здесь есть отдельные такие уютные кафе. И здесь, смотрите, стоят такие лампы, которые вечерком 100% подсвечивают. И атмосфера здесь вечерком однозначно более интересная, живая, уютная и даже, сказал бы, романтичная. Пляж отеля Baron Resort. Это, конечно же, первая линия, вы уже видели. И, соответственно, Baron Palms, у него тоже здесь пляж, у него разделен вот такой же дорожкой, чтобы как бы здесь отдыхали взрослые, а там отдыхали семьи. То есть, но в целом все одно и то же. Единственное общее – это понтоны, где можно пройтись, прогуляться и, как вы видели, уже тоже посмотреть рыбок и весь морской мир. Вот. А так, в целом, они оба рядом находятся. И если вам хочется более такого комфортного, я бы сказал, отдыха, потому что отель, то вот, если честно, резюме, наверное, такое небольшое по Baron, соответственно, Palms, что это более такой, чуть-чуть выше уровнем, если честно, на мой взгляд, показалось Baron Resort, потому что как-то все сделано с большим, не знаю, вниманием, что ли, вот, наверное, правильно объяснить, да, и даже в коридорах уже и арома маркетинг, как говорится, другой, и как-то все немножко по-другому выглядит, он, как бы, скажем, получше. Поэтому, если вы едете вдвоем, то я бы, наверное, если выбирал бы из этих двух вариантов, я бы выбрал Baron Palms. Да, он не на первой линии, но зато он сам по себе отельчик поуютнее, поинтереснее и, наверное, поухоженнее и с большим вниманием немного. Так что вот так, друзья. Ну что, друзья, давайте сделаем резюме по отелю Baron, который находится в Шарм-эль-Шейхе. Я скажу, что по отелю, в общем-то, как бы в плане питания номер один, вообще вопросов нет. Соответственно, что касается номеров, ну, они, в общем, большие, просторные, не грязные, но я бы сказал, что они достаточно простенькие. Соответственно, территория большая, но каких-то прям глобальных развлечений здесь нету, хотя отель себя позиционирует как отель для семейного отдыха. Здесь, в принципе, ну, пляж, первая линия, хороший заход в море, можно и рыбок посмотреть, с этим все тоже прекрасно, хорошо. Соответственно, есть большой бассейн с детской зоной, все нормально. Мне кажется, здесь не хватает какой-то активности в виде небольшого какого-то аквапарка и не хватает каких-то, ну не знаю, может быть, даже какой-то спортивной площадки, чтобы, ну, было прям до конца, скажем, наверное, как-то идеально. Но самое главное, друзья, мне в этом отеле что не нравится, этот отель достаточно стоит дорого, если честно, и вы можете зайти на мой сайт, посмотреть цены, и мне кажется, он того прям конкретно не стоит. Единственное, если есть какое-то время, когда есть падение цен на рейсы, и он выходит в целом дешевле, чем другие, тогда бы я его рассматривал. Но, в общем, как бы отель на картинке выглядит по одному варианту, вживую выглядит, ну, чуть, как бы, наверное, не то, чтобы похуже, но попроще, потому что видно, что сделали ремонт, но где-то там валиком номера комнат закрасили, да, это уже смотрится, как бы, не очень там как-то опрятно или красиво. Территория вся ухоженная, все чисто, здесь вообще к этому вопросов нет. Но все-таки не оставляет он после вкусия прям идеальное, классное. Классная пятерка. Да, хорошая, качественная пятерка. Можно отдохнуть, но, друзья, скажу честно, если за эту цену есть еще какой-то вариант более интересный, то можно выбрать другой вариант. Так что вот такое, друзья, резюме. Напомню, что я занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России. Вы можете смело ко мне обращаться. Ниже под этим видео есть все ссылки. Также подпишитесь обязательно на мой телеграм-канал. Я там пишу все новости о туризме, рассказываю полезную информацию, там есть голосовые мои аудиосообщения, а также делюсь новыми видео и какими-то новостями из сферы туризма. Спасибо, друзья, что весь выпуск отребили со мной. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. Увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!